Создать комфортные условия как для предпринимателей, так и для посетителей. Современные каркасно-тентовые конструкции на пересечении улиц Киевской и Тухачевского уже готовы. Здесь разместится круглогодичная сельскохозяйственная ярмарка. Сейчас в помещениях идет установка необходимого оборудования для охлаждения летом и обогрева зимой. Конструкция утепленная. Сделана она из двойного слоя тента. Прослойка у него утеплитель. Вот, соответственно, мы получаем полностью термос в конструкции, которая поддерживает температуру, ту, что будет в мороз нагревать обогреватели. Никуда тепло отсюда не будет не уходить. Также летом, соответственно, все, что кондиционер сюда задует, ту температуру, шатер будет ее держать. Горожанам будет доступен широкий ассортимент товаров высокого качества по низким ценам, включая сельхозпродукцию. Благодаря новому формату работы у производителей появится возможность реализовывать свою продукцию в больших масштабах. По вопросам участия в ярмарке предприниматели могут обращаться в муниципальное предприятие ярмарки Самары по телефону 8 846 332 14 97. В первую очередь цена на место формируется из затрат на ярмарку. То есть это обслуживание ее, как-то там электричество, уборка, вывоз мусора и так далее. А по сути, то есть цена за место, она формируется исключительно из этих затрат. Поэтому она в сравнении, скажем, с коммерческими ценами на аренду, конечно, будет смотреться выигрышно. Всего на ярмарке планируется предоставить порядка 180 торговых мест, из которых 130 будут круглогодичными, остальные отведены под торговлю выходного дня. Предусмотрены и места для пенсионеров. Они смогут бесплатно продавать продукцию, выращенную на садово-дачных участках. Павильоны откроют свои двери для посетителей 27 августа. Мария Ильчан, Максим Гусев. События.